Привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На последнем голосовании проект покинула Маргарита Кизимова, а пополнился проект еще семью новенькими участниками. Елена Хромина из Липецка. Ее внимание добиваются Рома Гриценко, к которому она и пришла, и Алексей Чайчиц. Артем Петров из Озерска пришел к Марго Овсянниковой. Александра Филиппова к Иосифу Оганесяну. Также Марго нравится и Руслану Минакову из Барнаула. Катя Пронина из Москвы, ей нравится Виктор Логинов. Давид Анташвили из Минска, друг Алексея Чайчица, пришел к Татьяне Мусульбес. Она будет 61-й девушкой в его жизни. Валерия Коваленко из Москвы выделяет Алексея Чайчица. Она гордится тем, что является натуральной блондинкой. На проекте было закрытие очередного сезона школы актерского мастерства. Домовцы, как действующие, так и бывшие, получили призы в разных номинациях. Саша Черно продолжает устраивать скандалы Иосифу Оганесяну. Теперь она ревнует парня к Даше Лымарь. Про Черно поползли в интернете слухи о том, что у нее есть ребенок. Ранее она публиковала фото с мальчиком, которого назвала своим племянником, но при этом написала, что он самый близкий и родной ей человек. И действительно, Саша выглядит как рожавшая женщина, которая не смогла похудеть и восстановить свою фигуру после родов. Очередная выходка Александры Шева. Девушку сняла на мобильник Майя Донцова. Саша приняла участие в батле по заглатыванию банана, и она стала первой, продемонстрировав невиданные способности в этом вопросе. Кстати, Саша не выдержала проверку, которую ей устроил Арай Чебанян. Он притворился, что покидает остров и проект, и Саша показала свои истинные чувства. Она отказалась уходить за парнем. Рома Гриценко все-таки остался на проекте. Ольга Бузова пошла навстречу участникам и дала ему еще один шанс. У Лизы Триандафилиди проблемы с волосами. Из-за того, что она постоянно наращивает волосы, ее собственная шевелюра начала редеть. И в одном месте уже красуется внушительная проплешина. Поклонники переживают из-за пропавшей Оли Рапунцель. Она не выходит на связь, и последние посты писала явно не Ольга. Эти посты написаны в другом стиле и без ошибок. Есть мнение, что организаторы запретили будущей мамочке выходить в соцсети, опасаясь, что она может сболтнуть лишнего. Или же девушка доигралась и на самом деле попала в больницу. А бывшие парни Ольги Рапунцель тусуются вместе за периметром. Они зазывают всех в караоке. Ольга Ветер рассказала о том, что ее бывшего мужа посадили в тюрьму из-за недавнего ДТП. Первым делом Жемчугов позвонил парню Ольги и попросил помощи. Его посадили на 10 суток за вождение в нетрезвом состоянии и без документов. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.